Буратино, Мальвина, Баба-Яга и Карлсон. Побывать сразу в нескольких сказках, встретиться с их персонажами и заодно поучаствовать во всевозможных конкурсах жители столицы Чувашии могли в минувшие выходные. В Чебоксарах прошел фестиваль сказок. С репортажем из сказки Юлия Важенина. Человек, который верит в сказку, однажды сам в нее попадает, потому что у него есть сердце, сказал известный ученый Сергей Королев. Но сколько же можно ждать наступления этого момента? Ни минуты больше. Погрузиться в волшебство и почувствовать себя ребенком можно здесь, на фестивале сказок. Принцы и принцессы, Буратино и Мальвина, красные шапочки и серые волки. Один из известных торговых центров на пару часов превратился в настоящее сказочное королевство. Я сегодня король. Я сегодня Эльза, потому что... Марионетки из театра «Карабаса-Барабаса» устроили здесь настоящее представление, как в приключениях Буратино. И, кстати, вполне обошлись без золотого ключика. Из жаркого лета в холодную зиму огромный белый шатер переносил ребят в далекое снежное королевство Эрендел из мультика «Холодное сердце». Мой любимый герой в мультике «Холодное сердце» – это Анна и Эльза. Всего за один день жители столицы Чувашии смогли одновременно побывать в нескольких сказках. И как же можно было пройти мимо настоящей сказочной кареты? Какая девочка в детстве не мечтала стать Золушкой, померить хрустальную туфельку и превратиться в настоящую принцессу? Мечта многих здесь реальна. Ой. Кучер, мой замок, пожалуйста. С фестиваля сказок никто из ребят не ушел без подарка. А всех любителей сладкого гости из Швеции Карлсон и Фрекенбок угощали настоящим арбузным вареньем из огромной банки. Эй, вареница, вареница, очень вкусная арбузная вареница. Кому еще варенье? Еще кому варенье? Вот такой вот. Держи арбузное варенье. Ну как? Вкусно. На что похоже? Ну, арбуз. Я тебе купила, что своя бабушка сварит такое варенье. Фестиваль сказок, как и все хорошее, закончился, но не стоит расстраиваться. Попасть в сказку можно в любое время. Главное – прекрасное воображение. Юлия Важенина, Арена Гавелян, Республика.